Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Боли, болезненность в основании пальцев стопы. Пожалуйста, вот здесь вот я проведу линию. Это основание пальцев стопы. И, конечно, если у человека есть боли, человек просто-напросто не может встать на пальцы стопы. Как на носочки подняться, он не может. Почему? Потому что у него идет резкая боль, скажем так, резкое недомогание, и человек даже не понимает, откуда взялась эта боль. То, пожалуйста, обратите прежде всего внимание на меридиан желудка в акупунктуре. Это самое первое. На те меридианы, которые проходят также в этих области пальцев стопы. А там меридиан почек, меридиан желчного пузыря, меридиан печени, поджелудочной железы. Вот вам, пожалуйста, практически все меридианы. Но если у вас нет возможности провести диагностику 12 меридианов, и у вас есть этот симптом, проявляющийся в основаниях, боли в основаниях пальцев стопы, у вас есть точка Е39-Цзюйсюй. Вы можете на нее воздействовать. По крайней мере, это будет для вас как скорая помощь. Ну, потом желательно провести диагностику 12 меридианов, дабы знать, в каком состоянии весь ваш энергетический баланс, а также ножные меридианы, дабы привести их в норму, и, конечно, от болезни и след пройдет. Ну, помните, что норму нужно что еще поддерживать. Спасибо за внимание.